Нужен ремонт? Телевизоров, телефонов, фото-видеоаппаратуры, ноутбуков, планшетов, навигаторов, мониторов, системных блоков, пылесосов, микроволновок, швейных машин, ресиверов, триммеров, стиральных машин или холодильников? Тогда обращайтесь в отдел сотовых телефонов «Ян» в торговом центре «Олимп» по адресу город Жердевка, улица Октябрьская, дом 65, телефон 8-964-134-3000. Будем рады вам помочь! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите телевидение «Новый век Жердевка». Сегодня мы покажем работу общественной приемной губернатора, проблемы бывшего военного городка и программу «Музыкальные поздравления». Общественная приемная губернатора Александра Никитина вчера снова встречала посетителей. На этот раз прием в ней вела Ольга Чадаева, заместитель управляющего Тамбовского регионального отделения Фонда социального страхования. В ходе приема обсуждались вопросы улучшения жилищных условий граждан и предоставления путевок на санаторно-курортное лечение. В минувшие выходные в бывшем военном городке забило канализацию, из-за чего ее содержимое потекло потоком прямо по дороге. Нам стало известно об этом благодаря неравнодушным жителям улицы Чкалова. Проблема в том, что у нас забита канализация и забивается она почти постоянно. Окна открыть и балконы невозможно, потому что идет вонь натуральная. Как рассказали жители, ЧП произошло возле дома номер 7 во второй половине дня, в воскресенье, о чем сразу же было сообщено в обслуживающую организацию ООО «Коммунальник». Но в выходной день принять меры никто не поспешил, а потоки канализации тем временем устремились уже за пределы городка, донося свои запахи до улицы Октябрьской. Никаких действий не приняли. Вода начала течь по улице, канализация. Хотя вечером можно было, если все было устранено, растечки воды не было. А сейчас, в общем, течет река по всей улице. Вот, пожалуйста. Как проинформировали те же жители, неисправность канализации была устранена в понедельник, вскоре после отъезда нашей съемочной группы. Кроме этого, в городке существует еще одна старая проблема – отсутствие крышек на канализационных колодцах, что, по словам жителей, представляет угрозу для жизни и здоровья, особенно любопытных детишек. Эта проблема на сегодняшний день остается открытой, как и сами колодцы. А теперь немного о спорте. «12 августа наши баскетболисты приняли участие во всероссийских массовых соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч» 2017, которые проходили на Тамбовском стадионе «Спартак». Главная цель соревнования «Оранжевый мяч» – популяризация и дальнейшее развитие баскетбола, а также профилактика и предупреждение правонарушений среди молодежи. Жердевские девушки, как всегда, привезли домой две победы. Поздравляем наших спортсменок – команду «Антарес», где играют девушки 2001-2004 года рождения, и команду «Чевапчичи» 97-2000 годов рождения, а также команду «Юношей Трутни», занявших третье место на соревнованиях «Оранжевый мяч» 2017. Дорогого сына и надежного брата Семена Викторовича Мусатова с днем рождения 17-летием поздравляют папа, мама и братья. Сегодня сыну мы желаем мужчиной настоящим стать и в жизни счастье излучая, чтоб ты не думал унывать. Да, неудачи тоже будут, без них по жизни никуда, но лишь достойнейшие люди их не боятся никогда. Для вас, Семен, сегодня звучит музыкальный подарок от родителей и братьев. По-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью
наша пристань, родительский дом. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. Пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало начал, и в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. Поклонись до земли своей матери и отцу до земли поклонись. Мы с тобою долгу не оплаченном, свято помни об этом всю жизнь. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет, много лет, много лет. В завершении выпуска о погоде. Завтра в Жердевке будет ясно. Температура днем плюс 30 градусов, ночью плюс 16. На этом я благодарю вас за внимание. Всего доброго! Нужен ремонт? Телевизоров, телефонов, фото-видеоаппаратуры, ноутбуков, планшетов, навигаторов, мониторов, системных блоков, пылесосов, микроволновок, швейных машин, ресиверов, триммеров, стиральных машин или холодильников? Тогда обращайтесь в отдел сотовых телефонов «Ян» в торговом центре «Олимп» по адресу город Жердевка, улица Октябрьская, дом 65, телефон 8 964 134 3000. Будем рады вам помочь!